вы на канале Фанни Yorkshire Терьер и в своем видео покажу распаковку посылок с Алиэкспресса. Подписывайтесь на наш канал, тот кто не подписался и ставьте нам лайки. Сегодня к нам пришло 5 посылок. Ссылки на свои покупки, как обычно, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео ночную распаковку вот с такой вот небольшой посылки. В посылке мне пришло жетон, медальон или адресник для Фани. Разные люди в разных странах называют их по-разному. Я их называю медальоны с адресом. Это такой набор, который состоит из двух медальонов и четырех колечек, чтобы удобно было пристегнуть на ошейник или шлейку. На медальоне информация о Фане, когда она родилась, то, что она девочка, и вот такой вот миленький ее. На другой стороне телефоны. В прошлом видео я тоже показывала вам, что заказывала такие медальоны, только другого цвета. Дело в том, что я очень много покупала амуниции разного цвета. К ним я и заказывала вот такие вот жетоны. Тоже небольшая вот такая вот посылочка. И в ней тоже медальоны для Фани. На этот раз медальоны бирюзового цвета. Не знаю, как вам передает камера цвет, но цвет очень красивый и яркий. Так же как и на малиновых медальонов, на одной стороне информация о Фане, на другой мои телефоны, и к медальонам идут вот такие вот колечки, чтобы их можно было зацепить на ошейник или шлейку. Сейчас у меня медальоны есть пяти цветов: бледно-розовый, фиолетовый, золотой, бирюзовый и Ярко-малиновый. Возможно, камера вам всегда дает по-другому. Откроем вот такую вот небольшую посылку. Это пришел вот такой вот набор. Бантик и солнечные очки. Расцветка у бантика очень классная, с клубничками. В магазине было указано, что эти наборы для животных, но это наборы детские. Так как для животных есть небольшие очки на резинке. Вот даже здесь есть вот такая вот надпись, что эти наборы детям от года до четырех. Очки довольно большие, может на какую большую собаку, типа овчарки, можно одеть, но елку точно они будут за большие в этом магазине такие наборы я больше заказывать не буду. Теперь будем открывать вот такую вот посылку. Это пришел Фанни купальник. Это на Алиэкспрессе такая новинка. Купальник вот в таком красивом пакетике с зайкой. Это зип-пакет. Зип-пакеты мы с Фаней часто используем, когда едем в путешествие и небольшие поездки. В магазине купальник был двух расцветок розово-голубой и желто-оранжевый он состоит из вот такой вот кофточки. Здесь она выглядит вот таким вот образом. Даже не знаю, будет ли фани, она хорошо. Так как я заказывала ей размер М. Я всегда одежду покупаю размер М и вот такую вот шапочку. Кстати, вставлю в видео фотографию, как она должна выглядеть на собачке. И в конце видео, как обычно, поимею купальник Фанни. В этой посылке пошли для Фани кеды. Я совсем недавно похожие кеды заказывала, но они мне пошли вот такие вот белые. С липучкой, но не было блестящих сердечек. Поэтому я решила перезаказать, чтобы они были золотыми сердечками. А так кеды очень похожи. Вот это вот пришли сегодня. Вот с такой липучкой размер третий. А эти пришли где-то пару недель назад. Вот они даже совершенно похожи, только одни украшены золотыми сердечками, другие нет. Набор очень классный. Шапочка хорошо на фане сидит. Она вот с такими вот оборочками. Купальник-платьишко очень легкая, немножко приоткрыта спинка очень прикольный, поэтому я закажу и второго цвета. Желто-оранжевый, думаю, Фанни тоже подойдет. Очень понравился мне этот набор. Вот так вот Фаня выглядит в платьице и в кедах. Очень красиво выглядит на ножке. Кеды я всегда примеряю или обувь на носочки. Тогда точно знаю, что собаки обувь не мала. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, ставьте нам лайки. А мы с вами вас очень любим. Желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео.